Давайте для начала осмотримся. В общем, тут заперто очень много разных детей. Их всех похитил какой-то маньяк. Смотрите, в одной из камер сидит девочка. И делает кукол из детей. Упс, это он. Фуф, он нас не заметил. Надеюсь, в подземелье мы где-нибудь тоже найдем укрытие. Чё-то сегодня так скучно и неинтересно. Чем бы заняться? Может, у кого-то есть идея? Или что, опять пойти покушать? Покушать это интересно. Или поспать, и потом опять покушать. Ой, София, как всегда, тебе лишь бы пожрать. Ты и так толстая. Чего? Сама ты толстая, киса Алиса. Это вообще-то ты покушать предложила. А ты поспать. А ты покушать. А ты поспать. А ты покушать. А ты поспать. А ты покушать. Хватит! Юмичу, ты чё орёшь? Вот именно покемон напугала. Чтобы никому не было скучно, мы будем играть в игры. Кроссворды разгадывать. Какие ещё раскворды? А что, в карты в дурачка? Какие ещё карты дурачка? Мы будем играть? Ну, Юмичу, ну, вы что, в средних веках живете, что ли, в компьютерные игры? Неплохо. Да, интересное предложение. Но только чур. Чего еще? Чур что? Это будут игры страшилки. Я тоже люблю хорроры. Вот вечно вы обожаете эти ужастики. И выберу их я. Первая будет Бан-Бан. Гартену в Бан-Бан? Жуткий детский садик. Чур, я тогда играю первая. Я из жутких игр знаю только радужных монстров. И следующая буду я. Тихо, Софи. Давай, киса Алиса, погнали. Итак, мы в жутком детском садике. Какие страшные монстры. А почему тут так темно? Потому что это страшилка, Софи. Тихо, не мешайте, я изучаю территорию. Вот она надпись, Бан-Банс Киндергартен. Киса Алиса, скажи еще раз Киндергартен. Киндергартен. Тихо, смотри, там что-то лежит. Давай, бери. Отлично, у нас есть какая-то карточка. А что это за странные звуки? Вы их слышите? Это типа мы ходим, что-то делаем. Очень странно мы ходим. А, за мной какая-то штука летает. Это походу дрон. А зачем он за нами летает? Эту карточку точно нужно применить здесь. Ладно, киса Алиса, смотри, у тебя время идет, 3,5 минуты осталось. Юмичу, не разводи панику, вот будешь играть, будешь орать. Так, что же такое? Какой-то пульт. Где-то его тоже надо применить, но в этой комнате двери пока заперты. Погнали обратно. О, тут появилась какая-то другая комната. Это детско-садовская столовка. О, а на столе тут вот кое-что лежит. Судя по всему, это батарейки для пульта. Как их взять? Бери, не могу. Видишь, у меня не получается. Дурацкая батарейка. Киса Алиса, время идет. Да вижу я без тебя, ты видишь, какой я рукожоп. Неужели? Юмичу, ты нашла какой-то паленый Бан-Бан. Чего? Потому что это какая-то его плохая копия. Знаешь что, если самая умная, найди что-нибудь получше. Вот сейчас и найду. Тихо, я взяла еще одну батарейку. А может быть это пульт для автоматов с едой? Можно этим пультом открыть эти гробы и достать оттуда что-нибудь пожрать. Вот видишь, киса Алиса, это тебе, лишь бы покушать. Ничего не работает, ничего не получается, ничего не открывается. А можешь мусор купнуть? Отстань, Софи, у нас осталось всего 30 секунд. Потому что я хожу тут, брожу, и тут ничего нет. Это какой-то фейковый Бан-Бан. 3 секунды, киса Алиса. Да ну вас, мы проиграли. Я говорила, ерунда какая-то. Так, все, я хочу сыграть страшного губку Боба. Спанч Боб ужастик? Да я разочек, это моя очередь. Ладно. Так, вижу дверь, ее надо открыть. Я ее открыла, она опять захлопнулась. Ну ладно, еще раз. О, кажется, я нашла какой-то ключ. Так, что дальше? О, что это? Жесть! Кошмар! А, как это погибли? Так, быстро! Можно я еще раз попробую? Так, я выхожу за дверь, еще раз, вон он стоит, иду в коридор. Он не стоит, вообще-то он тебя догоняет. Нет, я хочу еще раз. Эту игру невозможно пройти. Я все время здесь застреваю в этих дверях и стенах. О, кажется, я вижу другой ключ, значит, мне нужно собрать несколько. Да ну ее невозможно пройти. Не может быть, дай-ка я попробую. Выходим из двери, вон он стоит. Убегаем, убегаем, убегаем. О, какое-то тайное место. Ага, тут написано, найдите 3 ключа. Вон он! Обегаем его, обходим. За столбами прячемся. А вот и ключик. Эй, только у меня не получилось его взять, ладно? Страшный уродливый губка Боб, ты у нас медленный. А вот и первый ключик. Да ну, не может быть такого. Я никак не могу взять этот чертов ключ на полу. Может быть, надо наклониться? Спрячься, спрячься. Тихо, сейчас мы высидим тут. Пока он сюда доползет. Мы за колонками попрячемся. Быстренько пронырнем. А, кажется, я не в ту комнату зашла, тут уже нет ключа. Он только с угла слева. Мне удалось от него убежать. Наклоняйся, наклоняйся к ключу. Готово. Я заблудилась, я не понимаю, где же третий ключ. Там 2 комнаты и коридор. Из коридора ты забрала, из одной комнаты тоже. Тебе нужно из еще одной забрать. Я запуталась. Ща профигеймер вам все покажет. Ой-ой-ой, Юмичу. Нашлась тоже мне. Как обмануть губку? Запускаем его в свою комнату. Обегаем. Выходим из комнаты. Идем в правую, самую дальнюю дверь. Открываем и забираем со стола наш ключик. Немножко тут тупим и ждем. Главное его не бояться. Прячемся за столом, дожидаемся, когда он заходит. Обегаем в стол и бежим в дальний-дальний коридор. В ту сторону, где зеленая дверь. Выжидаем, прячемся за колоннами. Когда мы видим этого страшнюгу, Бубку Гоба, опять его обманываем и обходим. Забираем ключик, который в коридоре внизу.
идем к двери, которая напротив нашей двери, где начиналась игра. Но в комнату не заходим, смотрите, как мы сейчас будем хитрить. Ать, попробуй догони, страшила. Кручу, верчу, обманываю, хочу. Убегаем. Снова выжидаем его в том длинном коридорчике. Тю-тю-тю, пути глаз. Попробуй догони. Снова оббегаем его и бежим в самую дальнюю дверь слева. Там у нас от тебя последний ключ. Только надо тут быстрее не тупичись, выбегать скорее из комнаты. Потому что он уже к ней приблизился. Снова прячемся от него за колоннами. Эй, глаза носа зубастик. И когда он идет справа, бежим слева. Зеленая дверь открылась, превратилась в белую, и мы в нее заходим. Успели, видали. А за ней уже следующее задание. Теперь нам нужно собрать 14 ключей, только этот левел будет сложнее. Там Патрик ходит. То есть тут будет не только Губка Боб, что ли? Еще и Патрик, старошильный призрак. Короче, собираем все ключи вот на первом этаже, пока никаких Патрики и кафе Бобок нет на лестнице. А когда они с лестницы спускаются, мы выжидаем за колоннами и не привлекаем внимания. Идем на лестницу, и вот тут-то, видимо, начнется приключение. Юмичу, он идет вторым на тебя. Мне удалось его избежать. Смотрите, это зомби Патрик. Так, надо его тоже как-то обойти. Круто, ты собрала уже 7 ключей. Только, дорогой наш профигеймер, походу, Патрик тебя сожрал. Ну что, София, ты будешь играть в радужных монстров? Да, я уже начала. Мне тут нужно собрать кубиков. Много, очень, целых 26. Так, мне кажется, или кто-то идет. Так, я взяла кубик. О, он меня догоняет. Ничего страшного, я от него убегу. Думал, меня по... Я не хочу играть в такие игры. Конечно, кому нравится проигрывать? А давайте сыграем в Horror Tale. Ужасная история. А что это за игра? Не знаю. Я тоже не знаю, звучит жутко. Давайте попробуем. О, вот это больше похоже на интересную игру. Пропали, помогите, пожалуйста, найти. Там объявление про девочку. Так, нам надо выбрать сложность. Легко, нормально, сложно. Давайте выберем легкий. Вау, уже жутко. Это намного страшнее, чем то, что мы играли до этого. Так, мы проснулись в какой-то темнице. Точняк, мы за решеткой. Надо отсюда выбираться. Давайте для начала осмотримся. Каменная стена, паутина, кровать. Что еще тут есть? Да вон там яма какая-то. Пошли скорее копать подкоп. Ага, конечно, все не так-то просто. Она говорит, вот бы найти что-то, чем можно копать. Короче, нам нужна лопата. А где ты ее тут найдешь, Юмичу, мы в закрытой камере? Нет, так не может быть, значит, есть какой-то выход. Например, вот эти кирпичи. Отлично, мы взяли и можем бросить кирпич. Давайте бросим его в дверь. Что-то как-то он не очень похож на то, что мы его бросили. Это булыжники, они тяжелые. Да, а если я его брошу у себя над головой? Не смешно. Давайте из булыжников сделаем вид, что мы с ним под одеялом. Юми, давай мы просто откроем эту дырку, ладно? Что-то они никак не хотят на кровать падать, эти тяжеленные камни. Юмичу, просто открой дырку. Слышите, как кряхтит? А интересно, можно из этих камней построить башенку? Слушайте, хватит. Мы так никогда отсюда не выйдем. Брось каку. Прекрасно. Теперь переползаем в соседнюю камеру. Круто было бы, если тут был другой маньяк. Но мы не маньяки. А вот и лопата. Бери скорее лопату и погнали копать подкоп. Киса, Алиса, тебе лишь бы подкоп копать. Ну да, кошки же любят копать. Какашки свои закапывать. Киа! На столе вон какая-то записка, надо ее прочитать. Только эта лопата большевата для кошачьих какашек. Давайте прочитаем записку, а? Похоже, он не собирается нас выпускать. Короче. Фу, тараканы бегают по ним ночью, и это мешает им спать. А у Билли постоянно случаются приступы клаустрофобии, он задыхается и кричит от страха. Короче. В общем, тут заперто очень много разных детей, их всех похитил какой-то маньяк. Кошмар. Если все, мы его грохнем лопатой. Копаем скорее. Мы что, призраки, где наши руки? Ого, да я прям попал в побег из Шоушенка, говорит он. Вы что, он? Я тоже думала, что мы девочка. Короче, мы выбрались из нашей камеры, давайте куда-нибудь пойдем. Прыгать как-то стрёмно. Может быть, можно как-то обойти? Здесь тупик. И с этой стороны тоже прыгать надо. Ладно, без парашюта полетели. Ууу, да это какая-то тюрьма. Юми, что, ты только догадалась? Смотрите, там какой-то шкаф. Шкаф закрыт. Зато вон гора кирпичей. Юми, только не начинай. Давайте расфигачим шкаф. Мне помогает. Надо подумать, зачем еще могут быть нужны кирпичи. Чтобы не кидаться. Кого кидаться? Только не в колодец, я воды боюсь. Так туда и так нельзя, киса Алиса. Давайте еще кирпичами покидаемся, а? Юми, что, это пустая трата времени. Надо понять, зачем эти кирпичи. Может быть, надо их кидать в стену? Это такой антистресс, знаете, как посуду бьют. О, мой собачий бок. Ну а что, у заключенных стресс? Так, хватит. Ну ладно, последний разочек. Так, а что у нас тут за лестница? Давайте эту игруху собьем, а? Давайте лучше подумаем, что нам делать дальше, это страшно тут. Я хочу сбить эту кеглю своим кирпичищей. Так, прицеливаемся, видали? Ох,
Жалко, тут пинать ничего нельзя. Эй, ты, Буратино! По-моему, это нам ничего не дало. Ладно, пока, деревянный. Смотрите, в одной из камер сидит девочка. Саманта. Эй, привет, кудрявая! Ты что, меня игноришь? Надо с ней поговорить. Она может сообщить нам очень важную информацию. Она спрашивает, тебя зовут Том? Мне так страшно. Подождите, стоп. Что это? Что? А что она в папахе-то? Юмичу. Видимо, она с Кавказа. Кавказская пленница, привет. А это мы. Короче, Саманта нам рассказала, что этот маньяк ходит в маске кролика. Что-то мне это напоминает. И делает кукол из детей. Из нее тоже скоро сделает куклу. И из нас, если мы не сбежим. Страшно. Том, то есть мы, дали ей рацию. Это очень логично, ведь все мы всегда носим с собой рации. Юми. В общем, мы пообещали, что сбежим, найдем другую свою рацию, и с ней свяжемся и ее спасем отсюда. Слушай, это Саманта, на всякий случай, держи кирпич. Пусть будет, вдруг пригодится. Пока, брат. Ох, Юмичу. Вон там лестница, давайте поднимемся по ней. Хорошо, хоть эскиз Алиса не предложила подкоп рыть. Выходим в дверь и... Упс, это он. Он сказал, нам лучше вернуться в камеру. Надо как в матрице сейчас. И силой энергии отправить его обратно, прямо в бошку ему. А, так ты косой. Он погнался за нами. Бежим. Я, кстати, ошиблась про подкоп. Это подземелье. Значит, и с Алисой мы бежим по подкопу. Мне кажется, нам нужно бежать в тот тоннель. Скорее, я тут этот кролик из нас делает куклу. Смотрите, там, кажется, выход. Замурованные любимыми кирпичами. И как же быть? Надо как минимум взять отсюда кирпич. Если что, в его зайчью башку бросим. Да уж, может быть, теперь кирпичи пригодится. А я думаю, что нужно за чем-то другим. Смотрите, там лестница. А вот дверь. А ну-ка, симсалабим, откройся. Ура, мы выбрались. Мы внаружи. Киса Алиса не внаружи, а снаружи. Но это еще не конец. Смотрите, в мусорка. Это не мусорка, Юмичу, это наше укрытие. Лучше укрытие мы найти не могли. Бочка с мусором. У тебя есть какие-то другие варианты? Нет, вы что, я обожаю, это мое хобби, прятаться в мусорных баках от маньяков. Фуф, он нас не заметил. Круто, укрытие работает. Так, пока его нет, скорее вылазим, нам нужно найти выход из его двора. Вон дорожка в лес. Точно, бежим туда. Чё? Том сказал, что не пойдет пешком. Серьезно? Ща, Саманта тебе по рации бизнес-класс вызовет, ожидание бесплатно. Ничего, что мы идем прямо навстречу к маньяку? Пускаемся обратно под землю. Кися, Алиса лежит в подкоп. Надеюсь, под землей мы где-нибудь тоже найдем укрытие в виде бочки. О, мой кожачий бог. На этот раз спаслись. Мусор-спасатель. Так, вроде бы никого нет. Давайте вылезем обратно наружу. Упс. А, привет, косо... Ой. Хоть и страшно, но мне понравилась игра, а вам? Если хотите продолжение, ставьте лайк, пишите коммент, и мы снимем. А теперь идите на наш общий семейный канал Magic Family и смотрите там новое классное видео. Я бы тоже сыграла дальше в ужасную историю.